м'ясо лука. Всем привет, я Лепесток. И в этом фильме в теплых краях происходит в Италии. Про что этот фильм? Это фильм про двух мальчиков, у которых разные характеры. У них есть свой секрет и цель, которую они хотят достигнуть. Почти весь фильм действие происходит в маленьком приморском городке. Посоветуешь этот фильм посмотреть? Я советую посмотреть этот фильм для всей семьи. Он очень веселый и длинный. Этот мультфильм напомнит вам советский художественный фильм 1961 года «Человек-амфибия», главный герой которого – Ихтиандр. Тебе понравился фильм и почему? Потому что там много приключений, и там девочка с рыжими волосами, она мне очень понравилась. Там неизвестный существо. Ну и вот, там дружба, там неизвестное существо, я уже это говорила. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока. Смотрите новые фильмы с нами.